Всеукраинская спартакиада школьников подходит к завершению. Готовятся к ней 4 года. Участие принимают тысячи юных спортсменов. Больше наши журналисты расскажут. Язык не поворачивается назвать этих гренадеров школьниками. Мальчишки не такие крепкие, как взрослые игроки, но рослые. Большинство из них под 2 метра, уже мастеровитые и кажутся намного азартнее. В этом возрасте ключевую роль играет психология. Финальные матчи как раз это и подтвердили. В поединке за бронзу Киев буквально выиграл победу у сборной Ровненской области 67-66. А вот в главном финале сборная Одесской области, которая базируется на базе Южнинского химика, отстояла свое преимущество против сборной Днепропетровской области, победив 63-60. В раздевалке своим ребятам сказал, что это вы можете играть, вот только сейчас вы можете выиграть. Другого шанса уже просто у нас не будет, потому что вы... вырасти и уйдете с этого возраста. Будете играть в NBA, суперлиги, высшие лиги, кто где. Но эти соревнования для вас уже как бы закончатся. Самый высокий баскетболист команды победителей Сергей Скира, его рост уже 2,06, дорос до победы на школьной спартакиаде, теперь хочет попасть в состав Южнинского химика. Матчи чемпиона Украины регулярно посещает. На игроков именно этой команды он сегодня и равняется. В первую очередь хотелось бы попадать в ряды суперлиги Южинского химика. Ну, смотрим Лигу чемпионов, да, там много европейских команд, идет очень хорошая борьба, игра хорошая, в принципе, не знаю даже. Ну, по крайней мере, будем пока равняться, будем на химик. Спартакиада школьников для Министерства образования и науки, которое ее проводит, события знаковые. Руководство понимает, нация должна быть и интеллектуально развита, и спортивна. Тем более именно спорт помогает протоптать дорожку в жизни. Мне нравится азарт, мне нравится желание, желание достигать высот, желание быть лучшим, потому что спорт – это та площадка, то место, где можно максимально себя реализовать и можно выплескивать свои эмоции, свой адреналин и достигать цели в мирных условиях, что очень важным является сейчас для Украины. В расписании спартакиады осталось определить лучших в плавании и гимнастике, а затем снова ждать следующий целых 4 года. Олег Шумейко, Ярослав Матяш, UATV.